Здравствуйте. Как эзотерика объясняет приметы, типа птичка в дом залетела, паук спустился с ниоткуда и так далее. Паук спустился к гостям, птичка залетела тоже к гостям. Если птичка ударилась в окно и перед вами упала и умерла, умрет старший родственник. Доброго дня. Хотелось знать, в чем отличие магической энергии от психической энергии, как увеличить поступление магической энергии и психической. Смотрите. Психическая энергия – это то, что мы в себе накапливаем в виде радости и удовольствия, а магическая – это наша психическая энергия, которой мы пользуемся в ходе, по идее, это одна и та же энергия. Психическая энергия, которую мы реализовываем во внешнее пространство с помощью заклинаний ментальных астральных образов, называется реализацией магической энергии. А так это одно и то же. Психическую можно накопить, магическую только использовать. А накапливать магическую, ну, по идее, нельзя.